немножко рос в кадр. И впереди дюны, и открывается вид на море. Здравствуйте, друзья! Сегодня 30 мая 2020 года. Я еду по Пионерскому проспекту. Вчера прошел дождь, лужи, но свежо, дышится легко. Сейчас я подъезжаю к перекрестку, к пансионату София, и поверну налево на пляж Кристалл Уют, как всегда. Кручу, 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 педали кручу, как птица лечу. Розы. И вот он, дельфинарий. И здесь я поворачиваю направо. И вот туда, Кристалл Уют. На воротах написано. И этот момент мне всегда нравится, когда я только что вот ворвался сюда на пляж. И впереди дюны, и открывается вид на море. Спешу, 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 спешу налегке. А море вот какое сегодня. Бушует, можно сказать. Опять ночью был сильный шторм. Вот вода здесь вот доходила до этого места, все еще так мокро, и ощущение такой грязи, даже туда велосипед не хочется заводить. Народ гуляет, а море кипит. Все, только где я сейчас стоял, вода пришла. Пришлось быстро сматывать удочки. Народ гуляет. И вот даже такие дамы прохаживаются. На колеса налипает много песка. Но это быстро смывается. После дождя много луж на асфальте. Рабочий продолжает, значит, подготовку к покраске. К покраске вот этих вот навесов. У него там уже, по-моему, краскопульт. Электричество протянул. Ну все, а я сегодня долго задерживаться не буду. Не хочется против ветра ехать берегом моря. Поеду по асфальту, по Пионерскому. Ворона вон что-то поймала. Вот на песке остался мой след, и я по нему же и возвращаюсь назад. Все, выезжаю с пляжа. Поехал. Тут уже и ветра нету. А тут можно уже и колеса. Пусть помочь. Дорога вдали бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Все, чистенький, а это еще контрольный. Все, теперь вперед. Мне все на свете по плечу. Немножко рос в кадр. Все, выезжаем на велосипедную дорожку.
из песни этой. Качу по свету, качу, качу, куда хочу. И погнали. Кручу, 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 педали верчу. Тара-та-тара, кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Заехал на Анапку послушать лягушек. Это детский парк, вот колесо, лодочная станция. Так здесь хорошо, спокойно. Рыбешки какие-то плывут, а там что-то плеснулось, может, уточка нырнула. На воду тоже посмотреть всегда приятно, не только на море. Море, оно сегодня, ух, какое море сегодня, а тут все тишь да гладь. Вороны, лягушки. Ну вот, друзья, на этом я, наверное, свой репортаж закончу. Ставьте лайки, шмайки, подписочка, колокольчик, все такое. И до следующих встреч. И вот уже появились заставки. Посмотрите их. Это очень-очень, я думаю, вам будет интересно, чтобы как-то побольше узнать о моем канале. Пока. Качу, качу, куда хочу.